которую вы все знаете и любите. И я не сомневаюсь в этом, вы будете ее мысленно, а может быть, кто-то даже и вслух подпевать. 17 трек, пожалуйста. Матери в белой лампадке ночи.
все теперь против нас, будто мы креста не носили, словно спиды мы по сурманской крови. Даже места нам нет в ошалевшей от горя России, и Господь нас не слышит, зови, не зови. Спасибо, спасибо большое. Трудно признаться, сразу любить. Если ты любишь, если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, если не любишь, и письмо не пиши. Если найдется, кто-то другой, кто отзовется, кто отзовется, грусть за рекой. Если ты любишь, если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, если не любишь, и письмо не пиши. Очень мне нужен синий взгляд. Если ты любишь, если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, если не любишь, и письмо не пиши. Листья закружат и улетят. Очень мне нужен синий взгляд. Спасибо большое. Песня, которую вы только что услышали, называется «Листья закружат». Эта песня явилась нашей, как бы, визитной карточкой. Это была самая наша первая популярная песня. Следующая песня, которая не уступала по популярности, и, так сказать, мы поднялись на следующую ступень творческого развития и популярности. Это песня, которая была специально написана для меня композитором Вячеславом Добрыниным и поэтом Леонидом Дербеневым. Песня эта, когда вышла пластинка, она влетела весь Советский Союз, она была настолько популярна в те годы, что мне приходилось петь иногда два, иногда три раза в концерте. Это действительно так. Прошли годы, и самое интересное, что песня осталась популярной. Сейчас ее поют уже молодые исполнители. Многих вы из них знаете и видите на экранах телевизора. Я не буду говорить, как называется эта песня, потому что уверен, с первой же строчки вы узнаете, о какой песне идет речь. Хочешь я в глаза, взгляну в твои глаза, и слова припомню все, и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю. Если на беду, а если на беду, разлучит судьба нас и во сне отдаю. Yeah.
тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд в твоей душе сберегу, твой голос сердце мое. Звучит влияние никогда, я тебя разлюбить не смогу. Призрачно вся в этом мире бушующем, и есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется. Покой сердце вряд ли обрадует,
хочу видеть вас в этом зале. Я еще раз хочу, чтобы вы поверили, что вы те люди, которые подарили вам сегодняшний праздник.